Итак, львы. Для львов год интересный, потому что он дает и возможность любви, рождение детей, и творческие успехи, рост в новом деле, которое появится у льва. Когда? Плюс, оно началось зреет? В прошлом году, угу. И в этом году, особенно начиная с весны, со второй половины, угу. У льва новые возможности. Угу. В карьере будет складываться не все просто, потому что это будут перемены. Это могут быть ситуации, связанные с дорогами, с медиа, событиями, с интернет-проектами какими-то. Но, тем не менее, это период активности. И несмотря на то, что было затмение сейчас во Льве, действительно, тяжело удалось. Был тяжелый период, он связан и со здоровьем, и с личными делами, и даже с имуществом. Вот. И, тем не менее, период, который сейчас идет, он требует от вас терпения. Февраль – это время, когда могут быть сложности в семье, с партнерами, с личными, с деловыми, но это нужно переждать. Нужно просто проявить больше великодушия, и тогда все дела сложатся отлично. А что с деньгами у львов? С деньгами у львов в этом году неплохо, потому что работы будет много. Ее будет и много, но в чем-то она будет и ограничена. В каких-то делах вы почти не будете ничего получать, но их делать нужно, потому что в следующем году это все окупится. Вот. Это окупится уже в конце этого года. И весной тоже, потому что денег будет столько, сколько нужно. Вот вам нужно на что-то, деньги будут. Вам нужно какое-то имущество, появится возможность его получить. Угу. Вам нужно поправить здоровье, появится возможность его поправить. А с любовью у львов? Вот. А с любовью у львов как раз очень хорошо в этом году. Начиная с весеннего периода, особенно со второй половины. Не смотри на меня так. Чё? Ничего. У весов интрижка, у львов любовь. Ну, вот феврале, понимаете? Потому что вот львам скажешь очень хорошо. Они говорят, вот февраль, а у меня ничего не случилось. А ты им говоришь, но не в феврале. А когда, Тамара Михайловна, когда? Ну, февраль же не единственный месяц года. Ну, я так понимаю, с бабками хорошо только все у Овнов. Спонсор часа Овенбанк, дорогие друзья. Ребят, если надо, я оплачу вам свидание. Если хочется. А можно просто мне ужин одному? Я сам с собой повидаюсь. Да, я все время забываю, что ты ешь за двоих. Овенбанк — это хорошо. Но у львов, кстати, очень хорошо с финансами в этом году. Да, я же как раз сказала. Начиная с весны, вот прямо... Лев девелопмент и Овенбанк — это вот такое хорошее. Вы можете извлекать прибыль не только для себя, но и для других.